Прозвенел первый звонок, и мы очень счастливы, что мы его очень успешно открыли, успешно начали. Все это благодаря нашей Примарии, которая нас поддерживает, благодаря нашим родителям, благодаря экономическим агентам, которые помогли создать в школе уют, безопасность, тепло, хорошее настроение, чтобы у детей было желание учиться. Наш 9 класс для меня является очень важным, так как еще, по идее, внесли новый закон, что экзамены мы будем сдавать не в нашей школе, а в Кишиневском каком-то учреждении, все под камерами. Я очень надеюсь, что я его сдам, и мои одноклассники тоже. Планы на будущее – хорошо закончить школу, чтобы все было у нас отлично. Я после школы планирую поступать на программиста. Эмоции какие-то такие, 9 класс, волнительно, экзамены. Как-то время быстро пролетело. Закончить 9 класс, пойти в колледж, дальше работа. У нас последняя линейка в этой школе. 9 лет прошло, мы так уже выпустились очень быстро. Куда бы я хотела поступать, честно, еще не решила. Думаю, в колледж, ну, или педагогический, или медицинский. В этом году с финансированием Примарии города Крикова и Примарии муниципия Кишинев нам удалось осуществить проект по утеплению школы. Мы делаем утепление. На данный момент, как вы видите, уже леса сняли, покрасили фасад, осталось сделать цоколь, осталось поклеить плитку, сделать поваж, сделать благоустройство вокруг школы. Один благодетель, в прошлом наш выпускник, он согласился сделать евроремонт в столовой, заменил полностью старый деревянный пол, залили стяжку, поклеили плитку, обшили стены гипсокартоном, зашпаклевали, покрасили. И теперь в нашей столовой уютно, комфортно, не сыро и приятно кушать. Начиная с 2022 года мы регулярно принимаем беженцев из Украины. Для них мы создали все условия для лучшей интеграции, чтобы они ничего не упускали из программы. Они участвуют в кружках, в внеклассной работе. Для них также молодежный центр города Крикова специальные программы делает именно для беженцев из Украины. Кроме детей беженцев из Украины, к нам приезжают из соседних населенных пунктов дети из русскоязычных семей, учатся в нашей гимназии. Это из Ставчен, несколько семей, из Чорезку, Порумбен, и это из Пашкан. В этом учебном году мы хотим подняться на еще одну ступеньку знаний. Все это благодаря профессионализму наших учителей, поддержке наших родителей. Мы хотим, чтобы в нашей школе была возможность учиться каждому ребенку бесплатно и у хороших учителей, чтобы этот год был успешным для каждого. Уже через 9 месяцев наступит последний звонок. И у меня есть одно желание, чтобы максимальное количество учащихся получили дипломы за отличные успехи в этом учебном году.